О, смотри, 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 у него получается. А здесь ходит. Ну, откуда нам с тобой ходить-то надо? Смотри, как он классно получается у него. Что ж там подушечку не сделали? Слушай, как у него классно получилось, ты видел? Да, я научился. Это научил за это время. Вот папа бежит. Бежит, 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 бежит. Папа, давай, 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 давай. Скорей, скорей, скорей. Беги, чего ты? Откаться от волка побежишь. Не дотянешься. Ну помоги ему. Упадешь, не надо. Помоги ему. Упадешь. Дима, не той ногой, не той, не той ногой. Убери, Дима. Не ту ногу. Ну вот. Теперь правую перекидывай. Правую перекидывай. Вот. Левой вставай туда на педальку. На педальку встань. Давай. Нормально. О, пошел. Подожди, возьми его, чтобы он на педальку встал, там нога не встала у него. Вставай. Вот. Все, теперь пошел. Пошел, 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 пошел. Давай, давай, давай. Вот сюда мы с тобой будем ходить теперь. Ух ты! В 3,5 года-то. Подрос Дима, видишь, как уже. Дима, посмотри на маму. Ух ты! Ты какой молодец идешь. Давай, давай, давай. Лицо такое. Давай, давай. О, молодец, молодец. Дима занимается, да? И в тренажере занимается Дима. Дима будет сильный, да, как папа. Большой, сильный. Помоги ему же. А, все, он же сам. Все, дальше что по списку у тебя? Сюда? А тут руки качают, да? Давай, 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 давай. Никак, что ли? Она двигается, но это надо силу. Нет, не нет, так. Давай она. Я тебе покажу, как. Сейчас здесь, папа тебе покажет. Смотри. Ну что ты садишь 3 часа там? Как хрек старый. О! О, как он! И катается еще, поднимается своим весом. Весом своим. Давай, Дима, вот теперь. Вот я сюда буду тренироваться ходить. Летом стой, пойдем гулять. Я сюда. Ага. Распластался. А? Никак. Ну-ка, Дима, давай. Давай, 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 давай. Будь сильным, как папа. Ну. Давай, 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 давай. Руки тебе надо качать, у тебя ручки слабенькие совсем. Вот, давай, давай, давай. Ну? Нет, вперед, вперед. Вперед надо. Вперед, давай. Никак? Вот, получается, чуть-чуть. Вот, надо, потому что тренироваться. Никак, да? Ну ладно, по чуть-чуть. Ну подрастешь, получится. Ну чуть-чуть у тебя получилось. Дальше что там, еще какие 3 тренажера? Да? А что тут? А, это вот туда-сюда, что ли? Вот этот, да? А это что такое? Так она сломана. Там их ломали. Жалко. А такие зелененькие, желтенькие. Оранж, такие классные, красивые, да? Костя, когда с полгу? И здесь, по-моему, что-то отломали, здесь что-то вот было. Разве? Ну, а, ну да, было. Да, да, точно. Ну, а это ж Россия, велосипед. Это Россия. Велосипед, ну снегом замело, а тут педали крутить. А там педали были или их не было? Или их не было педали? Не знаю. Наверное, нет, мне кажется. Их бы сняли давно. Ой, Дим, тут отломали. Тут сломана она, отломали, сломана. Да. Сломали уже. А тут, видишь, снегом замело, так можно было сюда. А там с той стороны оранжевая штучка вон какая-то. Что такое за оранжевая штучка с той стороны? Мне кажется, тут какие-то новые. Вот здесь я поняла, что было, а вот здесь чего? Тут, видишь, закопано. А, это... А, все, поняла. Тут... Что это? А что это такое? Сбоку, боком что ли, вверх, вниз что ли, или туда-сюда? В России, ну, к сожалению, у нас так. Выкапывать целую проблему. Ну там велосипед. Мы с тобой по весне придем сюда и посмотрим их. Растает снег. Да, ты уже будешь как раз посильнее, постарше немножко, да, Дим? Вырастешь. Спортсмен.
А, это ему понравилось. Сесть не может. Никак, ты что ж такое? Не получается, пойду с другой стороны. Ладно, это не получается, пойду в эту. Не шлепнись там. Не ту ногу, не ту. Теперь правую перекидывай. Перекидывай правую. Вот, молодец. И поехал, и поехал. Давай, давай, давай. А ты что, туда пошел? Спортсмены мои. Он занят. Ну ты пока тренируйся. А что ты стоишь там, я не пойму? Отвернулся? А что ты отвернулся и стоишь там? Давай, 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 давай. Вот, молодец, Дима. Молодец. Молодец. Давай, давай, давай. Все? Аккуратненько. Вот так. Что ты там? Ты руками, что ли, теперь? Смотри, тебя, чтобы палец там не прищемило. Дима, Дим, смотри, сейчас как папа будет кататься. А, вон ты что задом делаешь. А я думал, ты передом. А я не пойму, кто там пищит. О, ну как, смотри, кататься. Ну ты не дотянешься. Хорошая концовка. Вот как папа катается, посмотри. Ой, ну ты не дотянешься. Давай, 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 давай. А то стоишь потом. Ну, подрастешь, тогда покатаешься. Хитрый папа, хитрый. Катай ребенка давай. Вот, вот. Вот, и сам покачаешься, и ребенок как раз покатается. А теперь сам, ну-ка. Держись, держись, Кирилл. А, вот за эти ручки возьмись, вот за эти ручки. Ну, ты ему помогает, он сейчас подвиснет там. Сам все вот, подумал. Давай, помогай ему. Ой! Хорошо, хоть папа стоял ну, там. Ладно, подрастешь, а то свалился. Пока еще. Аккуратно, Дима. Ну, пойдем, посмотрим, что там. Дима, нет, сейчас папа. Домой пойдем тогда. Сейчас домой тогда пойдем. Снег мокрый. Сейчас ты намокнешь и все, и заболеешь. Пошли, все. Позанимался Дима спортом? Скажи, мне 3,5, я занимаюсь, да, спортом занимаюсь. Нет, куда пошел? Туда, Дима, дорога там. Пошли туда. Нет, идем, 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 идем. Сейчас мы за домом посмотрим, что за этим домом стоит у нас. Что там стоит за этим домом? Ой, ой, надо. Чего? Тебе надо это? Не надо, может, маме отдадим? Да понесите пока, давай, несите. Я понесу, давай, пока. Несите. А то забуду. Ай, батарейка садится. В Экспрессе продавала, да? Нет. И у нас ужин спортсмена. Сегодня у нас запекалась такая курочка. Диме, как всегда, куриная грудка. Мне всякие хвостики и тому подобное. Вот так я ему всегда оформляю курочку. Здесь видно куриная грудка. С лавашом, перчик, лучок он очень любит. Сегодня у нас зеленый чай, да? Обычно водичку мы пьем, а сегодня зеленый чай. Хлебушек потом с маслом. Потом ему дадим, допьет он у меня вот биолакт. Вот. Ну и себе, конечно же, всякие хвостики. Вот тут козявки, кожицу вот эту вот. А с куриной грудки я снимала очень, прям ее обожаю, она прям обалденно вкусная. Короче, мы садимся с Димочкой ужинать. Да, малыш? Да. Ты сегодня хорошо погулял, позанимался да. на улице, позанимался сейчас вечерними заданиями. Через компьютер я вам показывала. Они прям даром не проходят, он так алфавит стал это знать хорошо. Это спортом. Да, да, за компьютером чем-то занимался. Сейчас перед компьютером чем-то занимался. Алиса. Да, с кошечкой Алиса. Кошечка Алиса через компьютер Диме рассказывал про буквы, да? Слоги. Со слогами немножечко Дима не очень хочет заниматься. А вот через компьютер ему понравилось, и появился эффект. Один раз всего лишь мы позанимались, и он прям уже все буквы сам. Дима, повернись ко мне. И он все буквы уже сам произносит, сам говорит, уже маме не надо тыкать пальчиком. Да? Да.
Эффект есть. Сегодня слоги изучали, разные другие буквы, да? Короче, пожелайте нам приятного аппетита. Вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMania.